На протяжении нескольких лет мы принимаем участие, количество участников более расширяется, более привлекаются органы правительства, другие контролирующие органы, контролирующие, которые нефтепереработку. И поэтому вот многие вопросы это нам помогает, освещает и помогает очень-то в работе. Что нам дало здесь участие в «Восток Капитале», это то, что сегодня на рынке теперь знают о том, что есть такие компании на Дальнем Востоке, которые могут и способны выполнять задачи, аналогичные тем, которые выполняются здесь на Западе.